О, мы начали. Слышите? Да. Так, Light of Heaven, это вот Ха. генерал Боль. Не, ну я подозреваю, это не Light of Heaven, потому что третий Нет, уровень, билетов 20 нету. игр. Так, ну что, давайте повторно так же тогда. А если Да. он тоже сидит и ебашит просто это на ночь с фейка, чтобы попроще было? Так, и что мы делаем, пацаны? А чё То же брать самое. мне? Соло и ник Сейчас, сама, да, подожди, чувак? подожди, сейчас разберемся. Я только найду, блядь, ли... Найти ликантропа, Ликантроп, нашел. риф. Так, короче, Жора, Короче. тебе, значит, или... А, тебе этот, Дазл. Блять. И пойдем со мной сейчас на верхний коридор. Тебе надо очень важно запулить бруду нашу. На сапог. Желательно. Сейчас я переварю, подождите. Все нормально, у нас есть время. Что еще раз надо сделать? Запулить бруду. Она что, лесной крип? Диман, Жора, а ты Жора. можешь за год захватить власть на Старладере, стать главным судьей и разбанить меня? Да? Можешь, Диман? Да. Это очень надо сделать. Пацаны, Это тебе дорого обойдется. на первом пассивочку возьму, а в итоге буду, конечно же, играть без У тебя есть волков лишние через 322 хуй. доллара? Блять, найдем, Диман. 322 найдем. А курицу купит кто-нибудь? А Кто должен? Хотел бы. курица, хорошая тема. А, стол, еще мне нужны будут твои сиськи. Лол, так у меня ж А, маленькие совсем сиськи. ну, тогда с небольшим кусочком торса. Я могу раскачать, в принципе, постараться как-нибудь. Но у тебя есть целый год. Ты можешь Понял. просто, блядь, пожирнеть. Сюда за каждые 20 килограмм ты будешь получать пару сантиметров в обхвате. Андрей, два жирных человека в команде, это уже перебор. Ну, вообще, да. Лол, так мы больше не тиммейты. Понимаешь, в Вот, чем дело? аргумент, аргумент. Ну тогда возможно, да. Андрей, кстати, когда тебе там доставка приедет? Тебе звонили, Доставка нет? в понедельник уже приедет. А что С за доставка? 24, с 20 часов до 24 часов. Пиццу в понедельник тебе привезут? Блять, мне нужно, блять, мне нужно к тебе ехать, будет сидеть там Охуенно ты 13 часов планируешь. ждать доставку. Да, почему нет? Рацион свой планируешь неплохо, братан. Но я просто не люблю днем На день есть. вперед, блядь. Скажи, с ЕБ я заказывал пиццу? Не, вообще, там, когда там, в четверг, да, по-моему, мы с Так тобой сейчас я созванивались, ты похаваю. заказывал. Нет, Сейчас я в похаваю пятницу, до завтрашнего пятницу. Но вечера. я же, ну ладно, это мы потом обсудим, на самом деле, чем мы тут сейчас будем говорить, о том, что я заказывал там, не Ну да, заказывал. ты в пиццу заказывал в пятницу, по моему совету. Да, очень вкусную пиццу, которую долго готовит. На самом деле, ребят, я, возможно, некоторым людям интересно, я заказал себе охлаждение в компьютер и термопаста немножко. А также звуковую карту, и, наверное, стримы на этом Термопаста будут еще лучше даже. заказал. Жора, только крипов добиваю я, пожалуйста. Для стримов я тебе говорил, что Да-да-да, надо я покупать, забываю. а ты меня не слушал. Чё для стримов? Ну, у меня машина-то нормальная, в принципе. Мне вот охлаждение не помешает, то, что не Блин, у меня, перегревается короче, комп. этот ёбаный мудак на миде. Я не знаю, что тебе на видео тебе, но у меня лайнап алхимик и СФ. У меня алхимик ёбаный мудак на миде. Похоже, тебе не кайф там будет, Жора. Ой, да, не Жора, а... инмейт, да, извините. Слышь, это Нет, вообще не бей, дрочит. пусть. Этот раз какой-то пуш пришел. Жора, хилочка есть у тебя? Давай вот прям захиливай, сейчас этот крипа мы убьем. Бля, соло, нужен ганг? Меня тут реально пиздят. Братиш, ну давай хотя бы на третьем. Ёбаный в рот, я не доживу до Я это третьего. могу ховль дать по ласхитите. Оу? Пацаны, для ласхитов ховль нужен там, нет? Галина Петровна, Да, нужен. держи. Спасибо. Жора, а мы с тобой А вот этого. Янча? Кто-нибудь видел Янчу, ребят? Давай, давай, ты В лесу хуярь, вышел. хуярь его. Понял. Что-то мне больно. Не пошел Нормально. меня тут. Я вообще без волков буду, так что все нормально. А я, походу, через батл буду против этой хуйни. Ну, тебе нелегко, конечно. Придется. Кому сейчас легко? Кому сейчас легко, правильно. Тому, кто Кстати, фейк он на закончил. четко на крипа накинул. Жора, сейчас... А, 4 секунды, понял тебя. Короче, смотри. Давай, захиливай. Хорошо. Чтобы он не расслаблялся.
Ребят, вы орите, когда для ласхита нужна будет? Давай. Во, ласхит нормальный. Причем таким брутальным голосом. Давай. Надо было, дрейд. Давай. Можно, дрейдащий. Блять, зачем он оранжевых кидает эту херню? Да, Дарксир, ты что, уёбок? Дрейд, ещё есть? Не, тут пока нету. Такое дело, ребят. Надо. 22 секунды. Ой-ой-ой-ой-ой. Такое дело, ребят. Эй. Ты слышишь? Блять. Да забей, это соло Лайна Буз. Это генерал Боль и Геннадий. Да, но он за мной бежал секунд 7, выконченная. А что я сделаю? Покричу на него? У меня итог в кулдауне было. Ну, генерал Боль хотя бы там может полечить. Я, кстати, не санул. Кстати, ТСУ. Ты подстраховался, да? СФ алхимик отсутствует. Жора подстраховался просто. А, мне сейчас... Меня посадили на кукан. На, сука. Воу, воу. Тут еще СФ. А почему он враг? Блять, еще и Идолона ударил. Короче, ребята, эта игра не заладилась, сразу вам говорю. Что-то здесь не так. Давай без да, у Бруды отлично все. Дровка, я так понимаю, тоже великолепно себя чувствует. Да, очень хорошо. Вон банка уже летит. Пятый должен быть. Очень приятно. Летит. Короче, вы главное не въебывайтесь. Слышь, Дред, я сейчас Лани когда подпушу, Григиш, ладно? Да. Собирайте главную жирность, ребят, и не въебывайтесь. Под ховлем там все будет отлично. У идолончиков урона знаете сколько будет? Не знаете, будет много. Ёбаная голема, блядь. А, кстати, Алексей, ты попал, кстати, это в Яндекс Новости по Москве. Да, да, я скинул ссылку. Окей. Да. Это те, которые кто угодно может писать, правильно понял? Да, да нет, вроде. Новости в Санкт-Петербурге. Окей. На фонтанку, что ли, попал? Нет. Да прям на Яндексе, на заглавной странице новости же пишутся там. На заглавной? Да. Это важно, потому что если на главной, то это такое. А вот на заглавной. Жора, хорошо. Слышишь, крик нужен. Страховочка, давай. Нужен крик. Жора, дай, пожалуйста, мне поесть танги. Сейчас, да. Бедрят, ты лучший. Спасибо. Просто. Спасибо. Я макшу, все нормально. Давайте подпушим топ. Блюдок. Давайте. Я с базилкой иду. Можно этого? Есть яд? Нету яда, понял. Базилка, сейчас ховль. На самом деле нам здесь не хватает, знаете чего? Чего? Дровки, Николай. Чтобы просто аура давала и дало нам плюс 10 урона на халяву. Пацаны, крик через 10 секунд будет. Да иди ты нахер. О, а что это он, слышите? Красиво. Еще и долончики будут? Давай, плоди здесь, и сейчас начнем. Вы тогда дрейд, грибов, наверное, не Жора. Бейте. Да. Дрейд, крик нужен срочно, дрейд. Давай держи, так добьем. Держи крик. Не успел. Но он все равно нам нужен был. На энтузиазме добьем этот, потом следующий. Давай, бой. На энтузиазме. Ишь, так, ну, пойдет. Нормально. Блин, инмейт. Пойду я за сапогом. Короче, стенку так. Поставил. Хорошая стена у толстой скотины. Отличная стена. Бери в рейсбенд, нам там баклер нужен, Игорян. Подожди. Обузить будешь, что ли? Бери да. В рейсбенд, нам там баклер нужен. А, все, понял. Лови. На самом деле я тоже вам нужен. Да. Может, ты мне сейчас помешаешь, что нам тут. Слушай, а че он? Да хуй что он? А вот это ДС. Он умирает за полсекунды примерно. Братан, ну такое, слушай, это контроль. Кто-то въебал, да я даже не пытался их отвести, лол. Ну, там все без вариантов уже для них, блять. Ну, а чё, он побежал бы, типа. Это... Я с вами. Это, ну, инмейт, давай, у тебя там хороший урон. Там он сейчас выдался. Я сейчас убью. Кто? Сейчас вот выдался. Это надо зафоксить. Инмейт, это не смешно просто. Блять, я просто смотрю, как он кончается. Это просто не смешно, нахуй. Ты это сейчас видел вообще? Соло. Я просто только туда и смотрел. Забей, лол, два койла. Это просто так, Ален, блядь. Иди убивай их, Ален. Это при том, что их сентри стоят, типа, ну... Я бы что-то нашел-то забавным. Дай ботл попить. Дай ботл, блядь.
Динамит обратно. Так, пацаны, ну я... На топе фиданул, ограбили на ботл. Дай крик, я вышку заберу. Давай. И мы тоже заберем вышку. 18 плюс 12, 9 плюс 12, их реально в два раза жестче делаешь. Да. Это не смешно. Я и нас делаю тоже намного жестче. Соло, давай на мид. Пацаны, короче, меку, вангварды, вот это все делаем. Сейчас мы тут добьем, Грян. Бля, вообще не сломали? Чему занимались? Мана. Слушай, нет. У тебя если мека есть, может медаль какую ебанешь? Ну, мне немного еще нужно. Сейчас, если я этих добью крипчиков тут всех. Слушай, а ты мне ботл вернешь или все уже дело с концами? Короче, слышите, ну инмейт там, я так понял, сам справится. Ну, у меня орчит готов. Ну, погоди, вот. погоди, стой секунду. Хотя не вези. 8 минут это лол. Вези. Че, пойдемте мид тогда ломать? Вон у дровки уже тоже урон хороший. Довольно-таки неплохой. На крипчиков согреть мне только. Ага, вот что так. А, Равшана мы хотели. Равшана это 30 секунд примерно времени. Могу аркана дать, дайте. Соло, пойдем? Аркана давай. Жора, теперь вангуард делай. Можно, только тут нужно засаманить будет где-то. Кого? Долончиков. Давай. Дает крик? Давай, короче, поздно, вот так. Поздно. Ой-ой-ой, это мы ошиблись с тобой, сейчас на Равшане не будет. Погнали. Не тот хоткей стоял. Алхимик получился. Нам нужно сейчас брать Аегис, короче, и идти сразу вот так вот, да? Да. Слушай, какая медалька, братиш? Вангуард. Зачем, лол? В смысле, ты поймешь потом, когда нас ебашить будут? Нас ебашить будут? Короче, я слышите... Не берите курицу, смотрите. Неждан. Какая драка на Рошане. Вы иллюзии убейте только эти сразу. Драка на Рошане. Не берите курицу, сейчас я понесу этот. Пацаны, слышите? Пацаны, плохие дела. Хил. Грейв, хил. Распалили, походу, да? На кого вопрос Грейв-то вешать? Блять, на меня, на Траксу. Жора, ты там... Такой, знаешь, поставил локоть такой на стол, кулак такой подложил под бороду, такой, щит, бля. Да, я именно так что-то хуярю. Нижний или Тракси? Ребят, кому играть давай? Так, ну все, можно идти уже. У меня с ХП немного проблема. Это... А, ну зато у тебя с вантами проблемы нет. А Базила есть у нас, да, у кого-то? А, все. Тебя же. Все нормально. А это Владимир у нас есть у кого-то? Нет, ну я могу собрать. Я сделаю Владимир. Я уже купил. Все. Тогда я вангвард, да? Да, вангвард. Мне кажется, Инча что-то задумала. Пацаны, а что это она? А есть что, не? Я дал ей пальницу. Ладно, воткни ей разочек. Слышь, там вам, по-моему, сломают сейчас что-то. Нихуя там. Да мы впитали. Он как в пулемета стреляет. Я не успел повесить. Такое дело. Блин, я бегаю, подожди, я... Пацаны, 10 секунд. Да, вы конченые, что ли? Нахуй вы так фиданули? Да нормально. Уёбки. Пацаны, смотрите, уходим. Инмейт, на тебя вся надежда. Инмейт там уже... Инмейт, слышь, сейчас крик дам? Давай по максимуму там, Димаш. Ага. А этого убьёшь, нет? Сейчас у него суже закончится. Слушай, тебе надо пучка, по-моему... Ага. Будет, да, Владимир? Продаю я, короче, нахуй. Ну, он уже летит. Погнали по низу, там инмейт все сломал уже. Пойдем. Погнали. А чё на миде вышку не добить? Денюшка же. Денежки еще будут в нашей жизни. Деньги — это не главное, Жор. Да это как опытный мошенник, говорю. Тютик. Блин, по-моему, дровка не вписывается. А, хотя нет, чего не вписывается, чего я несу, там эдолончиком дамага пиздец дает. Погнали. Слышь, а что хотят они? Отловить. На самом деле, пацаны, мы очень сильно ошиблись, то, что мид не сломали тавр. Почему? Потому что там это... Суть в том, то, что... Лёх, нормально все? Пацаны, в порядке, всё у меня, terrible damage. Плохо. Тебе повезло, что она функционала. Да нет, это... Что с ней, блять? Супер ХС, 3 плюса, XXX. Короче, потому что мы сейчас не сможем на меде бараки убить, а нам да это нужно. Да мы трон ебанём сейчас. А, в натуре, слышь, чё я туплю. Хауль будет? Ой, смотри, он сейчас... Хочет раскастоваться, как элита.
Жора, лечить, стой. Лечить, постоянно лечить. Какое дело, ребят? Сейчас будет мека. Я в сале. Сейчас покричу, пацаны. Давай. Так. А, я понял, почему. Крипов не бейте, крипов не бейте, бейте барак. Плюс 65. Там забей, там один долончик разъебет всех, ты не успеешь освободиться. Блять, кто-то микрофон ебашит. Может, мы все-таки мид сломаем Т2? Надо бы врагов сейчас сломать. Пофиксите все в порядке у вас там? Ребят, Жора, что, мне кажется, это у тебя. Трэп, по-моему, это у тебя, нет? А, нет, это у Жоры. Ёбаный крот. Жора, я не массаж. То есть я вот отодвинул в другое место. Жора, да очень, там делал, там это я... просто пизда. Какой-то... Жора! Жора, алло, Жора. Слушай, это, у меня план есть. Кикнул нахуй Жору из конфы? Не-не-не. Это был твой план? У меня другой план был. Так, что-то я это долго, да? На мид идем. А, он снизу фит-фит еще. Эдолончики плюс 58. Все, иду, пацаны. Под ховлом. Эдолончики за 58. Убей этого, пожалуйста, Дарксира, он мне убей. Очень не нравится. Как скажешь. Ага. Красиво. Пацаны, сейчас рывок нужен резкий. Да, такой. Да долго опять ломаем, пиздец, ну что такое? Слушай, что ТП делает алхимик, он, кажется, что-то задумал. Паночка, наверное, уже, нет? Походу, нет. Какой ну, алхимик? Кто-то ливнул. Пост не выдержал. Так, пацаны, пацаны, пацаны. Вот трон, вот трон. Давайте, трон, сразу, сразу. Волки помогают. Ага. Неплохо. Так, а сейчас лучше сейчас или нет? Сейчас холь, да, ну, так понял. Отлично. Сейчас переключим. Что-то долго, я считаю. В смысле? Ну, до 15 минут. Сейчас главное успеть трон сломать. Есть подозрение, что мы успеем, потому что вот так вот. И просто фулл ДПС в трон. Пацаны, я в трон, ДПС, в трон. ДПС. Что ты? Как маленький прям. И 14.27. Что ж, ну, ребята, отличный результат, я считаю. Конечно, можно его улучшать и улучшать и улучшать, но пик, наверное, должен быть неизменным, потому что ликантроп с брудой в комбинации — это такой пиздец просто.